400 тысяч рублей от Якутии к Всероссийскому дню матери получила многодетная мама из Мирного. Олеся Сапрунова воспитывает 9 детей. Деньги – дополнение к награде, нагрудный знак «Материнская слава» первой степени. Правительство республики поздравило мирненку дистанционно. На торжественном мероприятии слова благодарности звучали в адрес 7 многодетных мам. Республиканскую награду получила и Наталья Березовая. Дмитрий Ширинский, исполняющий обязанности главы района, отметил ее нагрудным знаком имени Софьи Сидоровой за вклад в социально-экономическое развитие Мирнинского района. Другие многодетные мамы получили премию главы района «Слава матери» – 50 тысяч рублей. Такую же премию, но на 10 тысяч больше, позже получат две матери из поселка Светлый. Приняли всех ребятишек, и, да, справляемся. Ну, благодарим, что за поддержку, дали нам средства. Ну, в первую очередь, конечно, хотим старших детей на обучение их потратить, чтобы дальше они пошли учиться, ну, на здоровье.